На улице Добролюбова завершилось строительство долгожданного тротуара. Сейчас рабочие готовятся к замене полотна и на автомобильном участке дороги. Раньше тротуар вдоль улицы, длина которого более километра, присутствовал не везде, и пешеходам приходилось передвигаться по обочине. Теперь жители частного сектора и микрорайона Финский могут дойти до поликлиники номер один без риска оказаться под колесами автомобиля. Ремонт улицы проводится в рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья». Проверить ход работ приехал депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Он осмотрел новый тротуар и пообщался с жителями. Также парламентарий проверил, как ведется укладка асфальта на участке улицы Чкалова. Работы на обеих дорогах планируется завершить в течение мая.